многоотраслевое хозяйство подмосковной артели имени Дзержинского приносит большие доходы. Они исчисляются миллионами рублей. Соревнуясь в честь пленума Центрального комитета партии, колхозники перевыполнили план сельскохозяйственного производства. В успехах этого хозяйства немалая доля труда замечательных мастеров своего дела, таких как доярка Анна Тимофеевна Филатова, птичница Мария Романовна Бубликова, овощевод Ксения Дмитриевна Потапкина. В этом году мы поработали хорошо. План у нас был 12 килограмм с квадратного метра огурцов и помидор 2 килограмма. Мы собрали огурцов 17,2, а помидор собрали 2 килограмма. Но у нас сбор еще продолжается.